Анонс 13 и 14 серии сериала «Метод Михайлова». В 13 серии съемки на видеорозыгрыш о спасении якобы тонущей девушки заканчиваются тем, что один из парней-организаторов Ваня получает серьезные травмы, а боцман, бросившийся спасать утопающую, оказывается с пробитой головой. Девушка вызывает скорую, которая говорит, что ее друг упал в фонтан. Из-за неправильной информации Михайла с медиками не могут поставить диагноз. Узнав, что Ваня успел выложить видео в интернет, девушка рассказывает врачам правду. Боцмана отвозят в областную больницу. Саша решает проконтролировать, не заберут ли его на органы. Саше и Насте удается найти бандита Бушкова. На автозаправке начинается перестрелка. Настя ранена в руку, а Бушкову удается уйти. Дима Железняк знакомится с сыном Евгением Мишей. 14 серия. На вокзале молодая пара из Дагестана. Ахмат и Мадина пытаются уехать на родину. Ахмат попадает в драку с русскими, а Мадине становится плохо, ей требуется госпитализация. В больнице Ахмат по религиозным причинам не разрешает провести жене операцию. Тогда Михайлов идет на хитрость. Юра Павлов по просьбе Михайлова ищет в архиве документы нейрохирурга Аркадия Спаскова, который давно уехал из страны. Но документы, находившиеся в желтой папке, исчезают. Михайлов видит похожую папку в сумке Колесниковой. Сашу арестовывает полиция. Посмотреть очередные серии вы сможете 5 октября.